На улице 9-я линия – капитальный ремонт автотрассы. Движение регулируют дорожные рабочие, но такое неудобство местные автолюбители, похоже, готовы терпеть. Главное сейчас полотно на проезжей части, а к нему подрядчик относится со всей щепетильностью. И так практически во всех районах Рязани. Работы выполняются одновременно во всех районах города. Подрядные организации работают на 2-3 участках. Это сделано для того, чтобы обеспечить автомобилистам более комфортное передвижение, связанное с ремонтом дорог. Стараемся работать и в ночное, и в дневное время, в зависимости от того, какая улица. Если это улица в жилой застройке, то работы преимущественно выполняются в дневное время. На выездных магистралях можно работать по ночам. Аккуратно сейчас дорожники относятся и к школам. Впереди у выпускников ЕГЭ все работы на время проведения экзаменов будут приостановлены. А вообще масштабная реконструкция дорог в Рязани предполагает круглосуточную работу. Денег в этом году больше, чем обычно. Охватить ремонтом власти постараются все районы без исключения. Сумма на этот год на ремонт дорог выделена беспрецедентная. Почти 1,8 миллиарда, если считать вместе с дорожной разметкой и модернизацией светофорных объектов. Большая часть контрактов по ремонту дорог уже заключены. В торгах находятся еще 2-летние контракты. Лето для дорожников будет жарким. Елена Сорокина призвала быть подрядчиков максимально открытыми. Жители города должны знать и место ремонта, и время, и сроки окончания. Во избежание неудобств. Максим Васильев, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город».